Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и заблаговременно хочу попросить у вас прощения за то, как я разговариваю. Дело в том, что я только после операции, мне это действительно дается очень сложно. Но я не мог не заснять это видео и не выложить его, потому что у меня великолепные и приятные новости для всех украинцев. Ребят мои, вы попали на канал, который пытается что-то изменить к лучшему в этой игре, а не просто штамповать каждый день видосы. И я безумно благодарен каждому из вас, кто уже подписался на этот канал, ставит лайки под моими видео, пишет комментарии. Комментарии со словами поддержки. Мне это не только безумно приятно, но и помогает двигаться вперед. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Пару дней назад я выложил свое видео, в котором высказал обеспокоение в отношении того, что украинцы не смогут пройти полноценный ивент клановый и забрать себе клановые танчики по одной простой причине, потому что перебои со светом этого просто физически не дают возможности сделать. И понятное дело, что в те считанные часы, пока свет у нас в домах есть, нам есть чем заняться, и это не игра в танки, а решение бытовых вопросов. С целью того, чтобы украинцам предоставили дополнительную возможность получения клановых ивентов, как дополнительную отдушину и возможность отвлечься от суровых реалий в нашей реальной жизни, я обратился к Анне Тортик и через нее, в принципе, ко всей компании Wargaming с просьбой о том, чтобы украинцам предоставили какую-то дополнительную возможность получения клановых билетов, ну и таким образом обеспечить украинцам возможность пройти все-таки клановый ивент успешно. И я безумно благодарен Анне Тортик лично за вот этот ответ, который она предоставила, ну а в частности, за то, что она не прошла мимо против поднятой мной темы, обратила на нее внимание. Ну и, соответственно, передаю огромный привет и огромную благодарность всем ребятам в компании Wargaming, которые участвовали в реализации решения поднятой мною проблемы. В ближайшее время тем игрокам, кто находится на территории Украины, будут приходить индивидуальные квесты, по результатам прохождения которых вы будете получать дополнительные клановые билеты. Я думаю, что будет не лишним написать слова благодарности от тех игроков, которым это действительно было необходимо. Здесь под данным видео ссылка будет отправлена в компанию Wargaming, а еще обязательно лайкните данный видос. Я вам буду безумно благодарен, если вы, как и ранее, будете поддерживать все мои начинания. Я действительно стараюсь ради вас и очень надеюсь на то, что мой канал является вам полезным в том или ином формате. Ребят, подписывайтесь на канал, который действительно пытается что-то изменить к лучшему. Приходите на мои прямые трансляции, на которых я всегда вам безумно рад. Всем искренне желаю успешно пройти клановый ивент, ну а главное, от чистого сердца желаю вам мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.